Ничего, ничего. Теперь уже скоро. Скоро пруга кончится. Скоро все сам будет хорошо. Слышишь? Ветер уже слабеет. Ты послушай. Третий день, говоришь. Ветер стихает, ветер стихает. А ветер все сильнее и сильнее. Зачем ты меня обманываешь? Ты думаешь, я не понимаю? Собаки пропали в пургу. Я прошу обогреться у вашего очага. Ты наши гости. Иди, согрейся огни. Мои собаки пропали в пургу. Отдохни, согрейся, поешь, потом рассказываешь. Ой. Ой. Что с ней? Женщина умирает. Только в госпиталь не пути. До Культубаса 4, до Петруч 3. Такую пругу не доехать. Умирает женщина. Я врач. Я доктор. Понимаете? Я прекрасно умею лечить. Я помогу ей. Свет сюда. Терпи, ничего, терпи. Возитесь со мной, товарищ начальник. Уйдет он, напей. Никуда не уйдет. А вдруг уйдет? Ведь это не кто-нибудь. Вдруг только в сказке бывает. Возьмем мы его. Он последний во всей этой истории с большой рекой. Еще хочешь?
Жена спит. Спит, как здоровый. Крепко спит. Старый закон учит. Всегда радуйся, гость. Ты наши гости. Мы хорошо принял тебе. Спасибо тебе. Не надо меня благодарить. Я пришел к вам, как брат приходит к братьям. Я делаю то, что должен был сделать. Разве брат должен благодарить брата? Пей чай, пожалуйста. Я доктор. Я должен лечить тех, которые больны. Вот в селении у большой реки заболели люди. Многие умерли. Доктор умер. И некому лечить. Я спешу, чтобы помочь людям, которые могут умереть, если моя помощь не придет вовремя. Ты поведи меня к большой реке, туда, где строят город. Можешь? Может быть, ты не знаешь дороги? Может быть, ты боишься? А? Я заплачу. Денег нам не надо, а он хорошо знает дорогу. Он ничего не боится. О жене не думай. Жену я вылечил. Жена здоровой будет. Вернешься, жена тебя будет ждать веселой, здоровой. Это хорошо. Очень хорошо. Собирайся. Сейчас поедем. Ты разве хочешь умереть? Слышишь? Завтра с восходом солнца поедем. Сказку хочу. Жил старик со своей старухой у самого синего моря. Они жили в ветхой землянке. Ровно 30 лет и 3 года. Старик ловил неводом рыбу, старуха плела свою пряжу. Старик, почему ты обманул меня? Ой, пурга, пурга метет. Все сильнее. Нет, нет. Молчи. Ты не прав, старик. Ты не прав. Едем скорее.
спит. Хорошо спит. Я благодарю тебя за гостеприимство, старик. Я желаю здоровья тебе и твоему сыну, женщина. До свидания, охотник. Зима пришла и замела снегами всю тайгу. В снегу тайга, в снегу река, и спит медведь в снегу. Скажу, вставай, скажу, давай, поборемся, медведь. Пусть ты хитер, мой нож остер, вставай на бой, медведь. Ай-рай-рай-ри, ла-ра-ру, ла-ра-ри-ли-ла-ра, ла-ра-ри-ли-ла-ра, ла-ра-ри-ла-ра-ра-ри. Придет весна, как день ясна, и нет весны ясней. Бежит река и облака, плывут, качаясь в ней. Ай-рай-рай-ри, ла-ра-ра-ра-ра. Эй, друг, смотри! Хороший ужин будет сегодня. Лучшему охотнику колхоза имени Сталина, Ворошиловскому стрелкову округу, за отличную стрельбу. Хороший у тебя ружьевок. И стреляешь ты хорошо. Это мне Петрович дал. Премия. Надо было выбить 25. Я выбил 24. Потом нужно было выбить 50. Я выбил 49. Потом Петрович взял мне ружье. А за стрельбу из малопульки я нож получил. Нож тоже хороший. Нож старый. Возьми мой. Возьми. Я дарю тебе мой нож. А как же ты без ножа? А я возьму твой старый нож. Ну? Возьми. Я поменял с тобой ножами, Вок. Говорят, есть закон. Те, кто меняется ножами, становятся братьями. Верно, Вок? Правильно. Старики верят этой пиметь. Давай, орлы! Полетели! Так! 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 Эй, орлы! Придет весна, как день ясна, и нет весны ясней. Бежит река и облака, плывут, качаясь в ней.
Мой теплый мех, медвежий мех, не дам я никому. Пойду и сам на почту сдам, пошлю в Москву ему. Алай-рай, ла-ла-ра-ра-ра, ла-ри-ла-ла-ра-ри-ла-ла-ра-ри-ла-ра-ра-ра-ри. И над Москвой мороз зимой, от снега все бело. Морозным днем пусть будет в нем ему всегда тепло. Ари-лай-рай-ла-ла-ла-ла-ли, ла-ли-ли-ла-ла-ли-ли-ла-ла-ла-ли. Так. Эй, а вот! Здравствуй, Петрович. Здравствуй, старик. А вот дома? Нет, и дома, вот. Самолет привез? Нет, дорогой товарищ. Случай, брат, со мной вышел. Извини. Одним словом, в другой раз. За мной не пропадет. Привезу. Что с Юлей, старик? Была нездорова, теперь будет она здорова. Не надо будить. Костя дал лекарство. Очень хорошее лекарство. Пусть и спит. У вас был гость? Вот. Смотри. Морфий. Юля. Юля! Что ты делаешь? Ее надо разбудить скорей, пока еще не поздно. Твой гость дал ей яд. Юля! Юля! Юля, ты слышишь меня? Ой! Что со мной, Авок? Успокойся, Юля. Авока нет. Я здесь. Зачем ты разбудил меня? Мне было хорошо спать. И не больно. Что с тобой, Юля, что? Плечо болит. Зачем ты разбудил меня? Потерпи еще немного, Юля. Только не спи. Понимаешь? Тебе нельзя спать. Не давай ей спать, старик. Если она не будет спать, она будет действительно здорова. Я пошлю вам врача. Уйдет он, товарищ начальник? Не уйдет. Авок повез гостей к большой реке. Когда уехал Авок? Они уехали рано утро. Вот что, старик, придется оставить у вас раненого. Рана не опасная. Вы уж позаботьтесь о нем. Всего хорошего. Видишь изорванные лапы? Был у нас съезд комсомола. Я очень спешил. Пурга поднялась, и я заблудился. Думал, погибну. Волк спас. Сам дорогу нашел. Всю упряжку вывел к жилью. У нас был твердый. И волк лапы порезал. И кровь текла из лап. Волк бежал.
Только у самого жилья упал снег и завыл. Вот какая у меня хорошая собака. А вот Нилу. Нилу! Нилу! Нилу, Нилу! Вот Нилу. Я промахнулся на охоте, и медведь подмял меня. Нилу кинулся выручать. Медведь к Нилу повернулся, и я нож в сердце медведю воткнул. Вот какие у меня собаки. Хорошие собаки у меня. Мои собаки всегда найдут дорогу к жилью. С моими собаками не пропадешь. Я хочу спать. Пожалуйста, друг, спи. Я не буду тебе мешать. Жил старик со своей старухой. Ты спишь, да? Нет. Это Пушкин сочинил. У меня есть книжка Пушкина. Пушкин А.С. Сказка о рыбаке и рыбке. Хороший у меня сын, а? Хороший. Я скоро в институт поеду. Учиться буду. Только институт построят в городе, у большой реки. Дом будет высокий. Очень высокий дом будет. Наверное, этажа 3. Или даже 4. Будущую зиму буду жить в городе и учиться. И ты будешь жить в городе. Работать будешь, да? Спит. Живешь, почта? Разве почта может жить плохо? Все, ездишь, почта? Да, езжу. А как реку переехала? Плохо переехала. Лед трещит. Я еду, еду, думаю, кто скорее? Лед скорее проломится или я скорее перееду? Я переехала, как видишь. Лед не проломился, не успел, наверное. Быстро ты ездишь, почта? Разве почта может ездить медленно? Мимо моего жилья поедешь, почта? Нет, я на запад поверну. Жаль. До свидания, Лок. Ну, до свидания, почта. До свидания! Ха-ха. Почта веселый человек. Лед на реке плохой. Слышал? Лед может тронуться до утра, и мы не переедем на тот берег. А что же нам делать? Нельзя спать. Надо ехать дальше. Тогда едем. Thank you.
Бабка видела? Видела! Они ночуют возле старой тропы! Они ночуют? Ну да, ночуют! Ночью только почта ездит! Ну да и ты, конечно! Вот что, почта! Гони скорее на культбазу! Скажи на культбазе! В шалаше Волка двое больных! Юля больна и Сидорчук, боец-пограничник! Поняла, почта? Поняла! Гони скорей! Врача нужно! Лекарство нужно! Понятно? Все понятно! Счастливого пути! Пока! Да! Да! Подожди меня здесь. Ну как? Плохо, плохо. Лед совсем слабый. Ничего. Пойдем. Павок, может быть, мы подождем рассвет? Как можно ждать, когда другие ждут твоей помощи? В такой туман ночью. Со мной и ночью не попадешь. Пойдем. Успокойся. Иди за мной и держись за нарты. Шагу не делай в сторону. В случае чего спасай собак. Пошли. Всегда тепло,
Странный ты человек, Вок. Собаки у тебя пропали, а ты поешь. Разве тебе не жалко собак? Как не жалко? Очень жалко собак. Хорошо, что лучшие собаки остались живы. Ничего. Зато мы приедем к большой реке, где ты поможешь больным. Ведь человек дороже всего, так ведь? Вот помнишь, три девушки летели на восток. Они остались в тайге. Помнишь? Тогда вся страна пошла к ним на помощь. Самолеты летели, люди шли. Самые храбрые охотники торопились к ним на помощь. Сотни людей шли на помощь трем. И товарищ Сталин не отходил от радио. Он слушал, что говорят ему голоса из тайги. И сам говорил, что делать тем, кто искал их. И девушек нашли. Только 4 патрона. Если одному плохо, ему все помогают. Каждый за каждого. Петрович за меня, я за Петровича. Все друг за друга. Торопись, Авок. Надо ехать. А разве ты сам не такой? Ты бы мог сидеть в теплом доме. А ты торопишься к больным. Ты спешишь через реку, не боясь смерти. Слушай, Авок, теперь никто не переедет на этот берег? Нет. Лед пошел, как теперь переехать? Хорошо, что мы успели. Как теперь пойдет наша дорога? До холма от могилы направо, к высоким горам. Оттуда прямо-прямо через горы до большой реки. Все прямо. Нет, послушай, друг. Мы сначала поедем к Петровичу. Он мой лучший друг. Он нам даст... Ты все время говоришь, Петрович, Петрович. А кто такой Петрович? Как, ты не знаешь Петровича? Нет. Начальника пограничников? Начальника заставы не знаешь? Ах, это Иванов. Ну да, Иванов. Его все зовут Петровичем. Разве ты не знал? Да нет, я забыл. Я устал, Авок. Петрович даст нам собак, продукты, и мы быстро доедем до большой реки. Эта дорога немного дальше. Но собаки бегут быстрее, чем идут люди. А дорога через горы легкая? Кому легко, кому нелегко. Птице легко, человеку трудно. Птице легко через горы перелететь, человеку легко в горах заблудиться. Плохая дорога через горы. А ты знаешь эту дорогу? Я здесь все дороги знаю. В прошлом году я вел экспедицию через горы. Геологическая экспедиция Академии наук СССР. А если мы все-таки поедем через горы? Зачем? Ведь я тебе сказал, что Петрович даст собак. Если ты торопишься, зачем идти пешком? Почему ты хочешь идти через горы? Я просто думаю, по какой дороге быстрее. Послушай, а почему ты на самолете не летел? Что? Зачем, говорю, не летел на самолете? Он быстро довез бы тебя. А разве не помнишь, какая была пурга? Пурга не страшна. Вот летчик Семенов Андрей Васильевич. Он любую пургу повезет к больному. В бурю повезет. Ты его знаешь? Знаю. Ты с ним говорил? Нет, не говорил. Как же так? Ведь он же на санитарной машине летает. Почему ты с ним не говорил? Самолет не летел. Слушай, Авок, теперь никто не переедет на этот берег. Я же тебе сказал, что нет. Ах да, я забыл. Мысли путаются. Я так усталость. Собирайся, едем. Я устал, Авок. Спина болит, ноги болят. Переночуем здесь. Но ведь тебя там ждут. Ты так торопился все время. Хуже будет, Авок, если я свалюсь в дороге. Хуже всего, когда врач, которого ждет больной, заболевает сам. Разве не так? А что ты так смотришь на меня? Нет, ничего.
Я просто думаю о дороге. Жжешься, глупый. Это, брат, часа четыре прошло. Понял? Спешить надо. Согласен? Я думаю, ты со мной всегда согласен. Так, так, так. Стой! Стой! Не подходи! Что с тобой? Проснись! Это я. Значит, это сон. Много времени я спал. Скоро утро. Пора ехать. А ты разве не спал, Вок? Нет, спал. Ты разбудил меня. Я кричал? А что я кричал? Я не понял. Хорошо, что ты проснулся. Ты видел что-то страшное. Собирайся, пора ехать. Да, пора, Вок. А все-таки что тебе снилось? Не помню. Сны забываются так быстро. Что, устал? Теперь близко. Теперь совсем близко. Скоро ужинать будем. Куда ты пошел? Это дорога через горы. Да. Идем здесь. Зачем ты едешь в город? Зачем, а? Кончим зря болтать. Поворачивай собак. Нет. Что? Едем к Петровичу. Авок! Авок! Хорошо, Авок. Хорошо. Я скажу тебе, зачем я еду в город. Авок, ты самый благородный советский человек, поэтому я спас твою жену. Авок, мы мужчины, а не женщины. И мы друзья. Друзья, Авок. И поэтому я скажу тебе то, что никому никогда не сказал бы. Авок, Авок, вот я,
становлюсь перед тобой на коленях. Вот я плачу. Рук, я обнимаю твои ноги. Слушай, слушай, Авок, я растратил чужие деньги, большие деньги. Авок, у меня старая мать и маленький сын, такой же, как твой сын. Ведь они не виноваты в том, что я преступник. В городе живет мой друг. Он даст мне деньги. Я вернусь домой честным человеком и спасу свою больную мать и своего сына. А Бог, ты не предашь друга? Ты благородный советский человек, и ты имеешь большое сердце. В город, Авок, в город. Пожалей моего сына, как я пожалел твоего. Едем к Петровичу. Ты не хочешь мне помочь? Ты так мало ценишь дружбу. Авок, поедем через горы. Нет. Все равно я пройду к большой реке, а ты, собака, останешься здесь. Не надо стрелять. Я поведу тебя через горы. Ах, не стрелять? Ты не хочешь умирать? Ну что ж, ты поведешь меня к большой реке, и тогда... Ну, старик, ты обязательно должен перебраться через реку. Это очень важно. Понятно, старик? Пошли. Застал, старик. Домой! Молодец! Thank you.
Зачем убил собаку? Это дорога через горы? Ты обманул меня? Ты ведешь меня на заставу? Ну, подлец! Веди, веди через горы. Красавцы. Какие красавцы? Красавцы, не спорьте со мной. Я директор, я понимаю толк в людях. Здравствуйте, доктор. Здравствуйте. Ну, как дела-то, а? Ничего. Погляди-ка, доктор, погляди. Красота. А? А план? Не выполнил, а? Три плана. По количеству. А по качеству пять. Чудо! Пошли, ребята! Пошли! А наши портреты теперь здесь будет висеть? А как? Обязательно! Вся ваша бригада! Вот доктор вас фотографирует, а? Сделан! Сделан! И знамя будет наше! Знамя? Обязательно. И знамя будет ваше. Если комсомольцы уступят. А вот приедет, посмотрим, что он привезет. Тогда мы подсчитаем. Теперь все зависит от Авока. А где же Авок? Почему не возвращается? Приедет. Надо в срок. Я тоже мог еще охотиться. И еще месяц охотиться. И еще больше привезти шкур. Надо срок. Если Авок задержался, у него должны быть оправдания. Конечно, должны быть оправдания. А как же иначе? При соревновании все это будет учтено. Где директор? Василий Васильевич, Калаку в шалаш нужно доктора, нужно лекарство. Что такое? Юля больная, больной пограничник. А как, доктор? Надо ехать. Поезжай. Сейчас я поеду. Пусть-то ты была у Авока? Нет, встретила Петровича. Петрович сказал. А где же Авок? Авок видел возле старой тропы. Он вез кого-то в город. Кого? Не знаю. Человек незнакомый. Подходи!
Что с собаками? Я спрашиваю, что с собаками? Я убил их. Что? Что ты сделал? Что ты сделал? Не кричи, слушай. Я давно понял, кто ты. Ты врал мне. Ты не доктор. Ты не растратил никаких денег. Ты враг. Враг моей страны. Я знаю, ты меня убьешь. Только ты сам умрешь здесь. Выхода из гор не найдешь. Я завел тебя. Без собак, без пищи. Ты замерзнешь. Стреляй. Я не боюсь тебя. Стреляй! Нет, ты не сразу умрешь. Ты еще будешь молиться смерти. Ты сдохнешь. Ты замерзнешь здесь. А я пройду к большой реке. Я пройду. Ты один никуда не уйдешь. Мои горы всюду встанут перед тобой. Мои снега закроют все пути тебе. Ветер помешает тебе. Врешь! Врешь! Я пройду. Я знаю путь. Ты сам рассказал мне. Я пройду. Я пройду к большой реке. Я вернусь. Вернусь. И мои солдаты пройдут вместе со мной. Я проведу их по дорогам, которые ты мне показал. Я пройду. Я пройду. Что ж ты боишься? Что ж ты дрожишь? Иди, иди, иди! Снег могилы тебе! Песцы растащут твои кости!
геологическая экспедиция Академии наук. Верно. Все верно. Теперь прямо.
Здравствуй, директор. Здравствуй, товарищи. Петрович не проходил здесь? Нет, не проходил. Но я все знаю о Петровиче. Я вам сейчас все расскажу в порядку. Вы раздевайтесь, пойдемте, присаживайтесь. Некогда нам, товарищ директор. А что ты знаешь о Петровиче? А вот что, приехала почта, сказала, что видела Петровича у старой тропы. У старой тропы? Да. Ну, спасибо. Я вам все расскажу по порядку. Заболела Юля. Мы послали доктора. Мы приедем вместе с Петровичем, и ты все расскажешь нам по порядку. Хорошо? Назад. Петрович! Здравствуй, Петрович! Вот мы с вами встретились, господин майор. Я вел его к тебе, а он все молодец, время... Овок. Он все время спешит к Большой реке. К Большой реке? Очень хорошо. Он и пойдет к Большой реке. Мы проведем его туда. Его там ждут с нетерпением. Он даже некоторых своих знакомых увидит. Прошу вас, господин майор.